А скажите, а над ролью в «Быке» вы долго раздумывали, принимать или не принимать предложение? Нет, я вообще не раздумывал, я просто его принял. Прочитал, позвонил Боре, режиссеру, и мы договорились сделать пробы, сделали пробы, и, в общем, так это сложилось. А чем вас подкупила эта история? Потому что, ну, с точки зрения обывателя, вот если мне скажи, ребята, снимают фильм про 90-е, да мама дорогая, мы с экранов телевизоров, в разных картинах сами это пережили, мы перекормлены 90-ми. Ну да, это действительно так, но просто это было... Мне хотелось на эту тему поразмышлять, и это было простой зрительский сценарий, простого зрительского кино, точнее. И я не играл еще как бы такую роль в комплексе того, что там было. Мне было интересно это сделать, плюс он был дебютант, это была его первая картина полнометражная, и вся команда как бы была дебютантов. Это всегда интересно, потому что как бы люди отдаются своему делу так, как... Глаза горят. Да, нет, ну, уже, да, знаете, да, как, ну, что называется, на мастерстве выезжают, а глаза горят, хочется, ну, да, да, что-то, да, сделать. Да. А где фактуру черпали? Потому что, ну, я не открою нашим зрителям большого секрета, в бурные 90-е вы, в лучшем случае, пошли в детский сад. Да, в середине. Да, да, да. В фактуру мы снимали все это в городе Тверь. И там не только в Тверь, на самом деле, и в Новгороде тоже можно пройтись по улицам и найти как бы персонажей из 90-х, и, как бы, которые это, к сожалению, наверное, которые до сих пор остались в том времени и никуда как бы не продвинулись. Вот. И, соответственно, мы просто наблюдали, ну, мы смотрели еще помимо этого хронику и встречались с людьми, которые ну, жили в то время и могли что-то рассказать, пытались понять, что для них было важно и что вообще к чему было в их жизни в тот момент и сейчас. Ну, в общем, это такая... Но это обычно простое кино.